Они меняли облики, имена, характеры и все равно остаются узнаваемыми. Я смотрю в их детские и юношеские лица, которые отпечатались на снимках и в памяти людей. Здесь, как в архиве, все организовано и доступно. Я изучаю города, ворошу их прошлое, я в их прошлом, и даже если они его скрывают. Сегодня это Павлодар. Современная палеонтология утверждает, что предки дарвинистов могли с деревьев наблюдать здесь живые организмы и более 2 миллионов лет назад. По Иртышу каждую весну после схода воды, значит, после разлива берег рушится, оттуда обнажаются различные костные останки. Поэтому ежегодно мы, в принципе, собираем кости различных животных, в частности, антропогенного периода, ярким представителем которого является мамонт. Помимо мамонта, значит, вообще чем характеризуется этот четвертичный период? В это время жили достаточно крупные животные, такие как шерстистый носорог, большорогий олень, значит, пещерный медведь, бизоны, пещерные гиены различные. Вот, то есть видовой состав был достаточно велик, вот, и он благодаря тому, что в этот промежуток времени на планете был процесс похолодания, вот, и поэтому животные имели крупные размеры, это было необходимо для того, чтобы, значит, сохранять энергию тела. Вот только климат на Павлодарской земле тогда нельзя было назвать агрессивным. Он был комфортным, умеренным. В Павлодарском при Иртыше в это время, можно сказать, что как такового ледников-то и не было. Климат был достаточно теплым и близким к современному. Но тем не менее, вот эти животные чувствовали себя достаточно хорошо. Вот все, практически все эти виды, вот основных видовой состав представлен костными останками здесь, в Павлодарском приртыше. Они выставлены в нашей экспозиции, то есть и пещерный медведь, и первобытный бык тур, и бизоны. Что же или кто извел с павлодарской земли могущественных доисторических зверей? Поскольку здесь ледника не было, то есть животные спокойно жили, и поэтому говорить о том, что изменения климатические повлияли непосредственно на гибель этих животных, это неверно. Основной причиной вымирания всех этих крупных животных являлся сам человек. Вот. Дело в том, что у крупных животных достаточно длительный процесс самовоспроизведения. Мы причисляем к этому различные болезни, когда молодые животные погибают. Значит, вторая причина – это хищники, которые охотятся на этих. И, соответственно, человек. То есть случилось так, что просто эти животные не успевали самовоспроизводиться. Первое научное соприкосновение с древнейшими животными в Павлодаре зафиксировано в 28-м году прошлого века. Связано это с именем академика Юрия Орлова. Придя на место, которое называлось в то время «Разгуляй», название «Гусиный перелет» он получил несколько позже, вот, он буквально был шокирован тем количеством костей, которые он увидел. Буквально весь берег был засыпан костными останками различных животных. Кости лежали как на самом берегу, торчали из воды, торчали из земли, из береговой линии. Вот. Он соорудил импровизированные мешки, используя для этого свою собственную одежду, нанял каких-то мальчишек, которые плавали рядом на лодке, значит, и то, что мог собрать, отвез в гостиницу. Уже в следующем 1929 году здесь, в Павлодаре, организовывается Российской академии наук крупномасштабные палеонтологические раскопки. При вскрытии лишь небольшой части местонахождения специалисты обнаружили остатки не менее 20 особей оленей, 130 носорогов, более 200 гипарионов. Надо сказать, что тогда отсюда в Москву было вывезено 2 вагона с останками животных. Одной из интереснейших находок является очень крупный саблезуб махайрот. Судя по уцелевшей от него большой массивной нижней челюсти, это один из самых крупных известных махайротов в мире.
динозавры бегали вот на такой вот степной зоне вокруг озер. Обычными ли зеваками, учеными или волонтерами, но сенсационные и удивительные находки здесь совершаются по сей день. Ну, уже второй год подряд наша команда Павлодарского дома географии ездит в палеонтологические экспедиции на непосредственно места скопления, местонахождения остатков древних животных, относящихся к четвертичному периоду кайнозойской эры. Вот в данном момент вы видите находки, сделанные в том году и в этом году. Непосредственно это кости бизона. В общем, нашли мы в этом году очень большое количество остатков слоновых, как нижнюю челюсть представителя одного из видов слоновых, так и ребра этого животного. На столах предметы доисторического прошлого, а на полках события, произошедшие в Павлодаре, пусть 2-3, но более осязаемых, понятных нам века назад. Всегда с паникой мы смотрим на то, как уходят старожилы, и что-то не успеешь послушать, услышать, записать. И ты понимаешь, что вот она история, она уходит. Мы счастливы, что в Доме географии состоит, например, Соколкин Эрнест Дмитриевич, и он постоянно несет свои книги, отдает рукопись, он что-то рассказывает. Он написал огромную хрестоматию по географии области, она получилась двухтомной. Но наша задача сейчас побыстрее издать хотя бы часть, один том. Один из лучших знатоков истории края – главный следопыт на пути становления города. Отметив 80-летие, Эрнест Дмитриевич Соколкин согласился прогуляться со мной по старым улицам. В его рассказе Павлодар появляется в 1720 году. Источники письменные, археологические говорят о том, что именно в 1720 году заложены были ряд крепостей и форпостов на Иртыше. Какова была политическая обстановка тех лет? Как вы знаете, Россия стремилась установить связи с Индией, с Китаем, торговлю. А посылались специальные военные отряды. Они были не только для того, чтобы здесь наладить связь с местными племенами, но и наладить торговые отношения. Все-таки торговля считается главным стимулом развития всех стран. Экспедиции снаряжали и по другой причине. Годами ранее, в 1713-м, Петр I узнал о большом скоплении золота, обнаруженного в Бухаре и Средней Азии. Естественно, царь захотел завладеть приисками и 22 мая 1714 года издал указ о походе в калмыцкие земли и предписал построить город на берегу Ямышево озера. Оно, кстати, находится в 20-30 минутах от современного города. Начальником экспедиции был выбран подполковник Иван Бухгольц. Так вот, группу на этих землях ждали большие передряги. Вот указ Петра I Бухгольцу: идти тебе, ускоряя шаг, и т.д. и т.п. А вначале ставить у Ямыш озера крепость. Вот. Более 3000 человек было в этой экспедиции. Очень много было лодок. Дощанники – это такие вот плоские плоскодонки. Ну, в общем, было неплохо сделано, да. И они, когда к Ямышеву подошли и начали строить, то их окружили вот эти джунгары, они там жили. Бухгольц отвечал, что они никуда не уйдут отсюда. Он тогда сказал: я тогда вас голодом уморю. И окружил, и не давали никакого доступа никуда. И начали люди гибнуть. По 20-30 человек в день умирали. Когда узнали, что отряд окружен, они послали подмогу. Но эту подмогу по дороге джунгары окружили, отобрали у них все, убили многих. И Бухгольц остался с остатками людей, умирающих уже, можно сказать. Потом 28 апреля, когда лед уже начал идти, они ночью на одну из лодок вытащили ее на лед Иртыша в темноте, посадили туда двух смельчаков, мол, когда лед тронется и вас дотянет до первого русского поселения, и вы доложите о таком бедственном положении. Эти люди
полумертвые, можно сказать, плыли на этих лодках, даже апрель, холод, да, ни еды, ничего, и воткнулись у впадения реки Обь в Иртыш. И вот здесь, в этом месте, они остановились, это уже было май 1716 года, и Гагарин, то есть Бугальц, послал людей в Тобольск с просьбой, что делать дальше. Отвечали, Гагарин отвечал, ставить крепость на Оми. Вот амичи будут в мае или в июне они будут отмечать, этого года они будут отмечать 300 лет. А Павлодар 300 лет должен отмечать в 2020 году. Как же появился сам Павлодар? Великая Северная война истощала Россию. Империя все так же нуждалась в золоте. По словам Марии Тереник, годы спустя после Бугальца была еще одна экспедиция. Они поплыли по Иртышу, а по Иртышу уже были люди-то селились до того, как их оформили там и так далее, да? Вот. И 8 форпостов. И в числе этих 8 форпостов Коряковский. Никита Коряков из города Тары купил 2 озера и начал добывать соль. Она была одним из пунктов, то есть одним из средств по существу строительства, потому что других полезных ископаемых еще не добывали, еще не, видимо, не дошли до этого, да? А соль нужна была всем. И поэтому Никита Коряков вот эту пристань основал, торговлю солью, и быстро вырос город. Естественно, соль добывали вручную. Долбили ломами, выгребали лопатами на берег, буртовали и на лошадях или верблюдах отправляли на пристань. Труд был адский, оплатили за него сущие гроши. В лучшем случае мужик с лошадью мог получать 2-3 рубля ассигнациями. А обороты соли были немалыми. По одним сведениям, уже в 1696 году из Емышевского озера в Тобольск было отгружено более 30 тысяч пудов. Это 500 тонн. А за 5 лет с 1745 по 1750 в том же направлении ушло почти 4,5 тысячи тонн соли. Вот Коряковский яр, Коряковская пристань первая в 1700 году. А потом, через 20 лет, когда взяли форпост, то название стали Коряковский. Так появился Коряковский форпост. Небольшое военное укрепление. С гарнизоном 48 человек всего. А потом в 1938 году он стал станицей. Угу. А потом казачьей станицей. А потом город богател, а людей мало. И тогда разрешили... Ну, Россия – это центр, центральное правительство, разрешило селиться вот на территорию этой станицы других людей. В следующих выпусках вы узнаете, каким фотографам купцы путевку в жизнь давали, что делали, чтобы спасти дома от разрушительных пожаров, и можно ли встретить пароход «Павлодар» в Тихом океане.